Здорово, пацаны, с вами Джеймс, это Калифорния Ролеплей, 105-я серия, как и обещал, будет свадьба, и со мной Вика О'Коннор. Вика Грозная, извиняюсь, Грозная, да, да? Да, всем привет! Здорово, чуваки, с вами Маркус, ну... В общем, как и обещали, мы поженимся сегодня. Так, и мне надо заехать за ним на спавн, ой, на вокзал точнее. Сейчас вот отправляемся. И вот со мной тут едут подписчики. Кто-то там купил машину, как у меня. Плагиат. Плагиат жесткий. Ну ладно. Все, бан. Родриго Виценте. Если правильно прочитал ник, то передаю привет. Если неправильно, то не передаю. Так, да, я же сказал, записываю. Гля, там на гидравлике пацаны валят. Вильям Джонсон. На гидре, именно вообще там. Вась, ты где? Со мной Энтони Кросс и Вильям Джонсон, да, вроде бы, как-то так. Я возле пиццерии, ну, короче, сейчас уже подъеду. Спасибо, Вильям. Моя тачка защищена от подрезов по пингу, так что я сам подрезаю всех. Так, ок, посмотрю. Посмотри, Родриго. Ты на вокзале? Да. Это я тебя возбудила. Викуся, говорю, садись. Я тебя возбудила, детка? Да, давай, садись, у меня открытые ворота. Ля, ты какой вообще именно красивый такой. Ну я же старался, ёпта. Так, все, едем. А где церковь, слышишь? ВЛС. Так, GPS. А, у тебя 5000 есть? Да, есть. Мап важный, да? В гетто. Церковь. Все, поехали. Гетто. Передай мне привет, если не сложно. Я уже передал тебе, Родриго, привет. Но если ты хочешь, передаю еще раз. Так, шо мы? Шо мы делаем, говорю? Едем в этот, в церковь. А почему она, где она вообще как-то далековато? Она... Направо. Не, я вот поставил GPS. Вика Грозная будет моей женой. Так что... А это мне, да, только надо 5к иметь? Или тебе тоже? Да, тебе. Ну, только мне, да? Ты же будешь на мне жениться, не я же на тебе. Ну, это только у меня должно быть 5к. Тебе можно без денег. Ну да, ты куда поехал, мы? Так вот... Поставил место. Ты чё, Вась? В ЛВ оно, что ли? Да нет, но оно в ЛС. В гетто. Дай мне ру. А, у меня прав нету. Стой, какой? Она находится в ЛВ. Всё, вот у нас такая вот свадьба едет. Скажи, как писать начнёшь, чтобы я РП играл? Напиши ему, что я уже снимаю, как бы, пусть там хочу. Вот, нас вот такая вот делегация отправляется на свадьбу. Там он что-то менты стоят. Привет, Маркус, Вика. Привет, мягкий знак. Привет. Как это прочитать? Привет. Мягкое Е как будет. Подскажите, пацаны, в комментариях, как будет мягкое Е. Чтоб я уже знал, если мне будут так писать. Привет. Маркус, Вика. Привет. Подожди. Сука. Привет. Чё за херня, блядь? Так. Блин, с пассажирского нельзя сигналить. Понял, такая тёлка едет и мне мешает рулить, короче. Тыкает перед моими руками по рулю. Спасибо, пацаны. Ломайте мне тачку. Потом не доедем сами же. А, вот он играет РП. Сев на крышу, немного встав и подняв ногу, ударив по крыше машины, тем самым сделав... Слушай, мы не приехали в церковь? Несколько раз. Вот церковь. Так что ты объезжал, Вась? Ну, так надо было. Это система Ниппель. Научи меня так же. Нет, это платная услуга. Сколько стоит? Слышь, это твоя жена. Ну, так платно, я за тебя плачу. Свадьбу оплачиваю тебе. Да какой СП? В ЛВ. Так. И перенеслись мы в ЛС.
Вот свадьба, и там поп стоит. Ёпта, я гетто вижу, брат. Становись передо мной, Даня. Ганс тащит. Даня, говорю, Вика, становись передо мной. Вы готовы стать моей женщиной? Спутницей? Нет, не готовой. Я за Энты не пошел. Вы реально вот... Даня, давай соглашайся. Не, слышь, давай это, в РП пиши чат. Ты готова, говорю? Так тебе. Сейчас будет. Ты готова? Сексу. Пексу. Да, конечно, зайка. А как посмотреть команды там, да? МН, команды сервера, основные команды. Поставь, когда мы будем жениться, это уже музыку. Подставлю, да. Так, пак-пак-па-па-па-па-па. Реберт Лисьет. А как пожениться там? А, стой, help, да, по-моему? Help. Тут где-то есть узнать имя игрока, жарить мясо, показать, отправить, изменить, позвонить по телефону, узнать, открыть, жарить мясо, поставить микрофон, поцеловать другого человека, передача цветов, фловер, запомни, фловер, список анимаций, мини-игры, фловер. Может, я такой слепой, что я не вижу это? А вот это далее. Как пожениться. Пожениться. Далее, далее. Семья, вот. Церковь и хелп. Церковь и хелп. Церковь и хелп. Основные команды. Показать. Сыграть свадьбу. Пропосы. Все. Пропосы. 59. Минус 5000. А, берете ли вы в свои жены Вика Грозная? Да. Все теперь мне, теперь все ваше мое. Вы ничего не имеете по жизни. С каждого дерева инжир мой, короче. Виноград сюда тащи. Короче, я теперь ваш пахан по жизни. Ура! А куда ты делся? Меня кикнуло. Я понял. Мне пожимают руку, Энтони. Я тоже... Пожимаю тебе сейчас руку. Ай, 145. Потом хай. 75. Целуй. СМС 143. Церковь. ЛВ. Так, подарим, слышь? Давай цветы. Тебе дарить цветы, Вика, или тебе давай, не нужны? Слышь, чё? Чё? Примечание. Казино 4 дракона. Мы вот в лимузине, садись к нам. Привет, снимаешь. Стивен Хилл, привет, да, снимаю. Давайте вот, блин, как-то надо бы всех собрать. О, Кристиан Рей тут тоже. Чего ждем, Диму? СМС, Кристиан Рей 51. О, нас. Свадьба. Свадьба. И шестому ID 6. У нас. Свадьба. Все, теперь поехали, знаешь куда? Викуся. Викуся, говорю. Викуся. Да, 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 зайка. Едем сейчас. Куда мы едем? Какой ресторан, подскажешь? Поехали в ЛС. Ну, а ресторан какой? А там мы и определимся на месте, в принципе. Возле мэрии, да, там итальянский есть? Да. У мэрии. Жди у итал. Рестор. Так. Все, отправляемся к мэрии, там
в итальянский ресторан. Ну как ты вообще рад, что мы поженились с тобой, детка? Ну да. Теперь будет кого почпокать. Я ж тебя завела, когда стояла на руках. Да. Лучше бы ты стояла так на другой руке. Так, Вильям. Напался, случая не стало. Ты не желаешь бухнуть, он Вильям что наливает. Я не могу, я за рулем. Скажи, что сейчас едем в ресторанчик, там будем бухарить. Нет. Чё? Напиши, что мы в ресторан. Гля, тут до сих пор менты что-то говорят. А, это не менты. Так. Едем. Чё? Сбиваем. Ля, тут тоже у кого-то, походу, была свадьба. Так, Кристиан Рей там что-то был. Он диджей. Главный диджей, кстати, да. На админку не возвращается, потому что ему говорят... Типа, нет, брат, ты не станешь на админку, потому что... Васька Пупкин там что-то ему наговорил, или не ему. В общем, наговорил что-то Васька Пупкин. Известный как Ишаиль Гельд. Ну, многие игроки его называют Лишай. У меня мало хп, брателло, я не доеду так, я сейчас набухаюсь и умру. Покет. Более удаляющее использовать. Все, теперь нормально. Сейчас набухаемся, наедимся там всего. Фу ты, нон рпшник. Прости, Викусь. Так, вот итальянский ресторан. Это он. А, там есть, да? Или мы можем зайти вовнутрь? Ну да. Все, заходим, бухать! Ребят. Бухать! Плашмя такая вниз улетела. О, музыка итальянская, вообще прям то, что нужно. Для кайфовой жизни. Заказываем. Коньяч. А я водку буду, слушай. Слышь, нифига, у меня подруга глушит водяру. Такое бухалово. Куда ты без тоста? Ну да, давай. Вильям сейчас будет говорить тост. Достойте вы. Говорит тост. А, какая там команда, чтобы подарить цветы? Flower, по-моему. Сейчас. Flower. Ой. В этот знаменательный день. Стивен Хилл. Вечер уже, он говорит, день. Не, меня водка не берет. Не берет? Мы собрались небольшой. Ну, сейчас. Мы собрались с небольшой, но дружной компанией. Да, точно, уже вечер. Заливаемся. Быстренько. Растин тоже с нами бухать решил. Чтобы отметить ваше бракосочетание, выпьем. Да. Это без основки херачим. Теперь мы дарим вам цветы, мадмуазель. Вы подарили Вике цветы. Тебе нравится Викуся? Нет, смотри, мне тоже еще поклонник нашелся. Вика Даня, понял, кто ты? Вика Даня. Спасибо. Сюда иди, подойди сюда. Так, кто меня бьет? Смотрите там. 6. Ой. Бей! Мясо! Принимай. Ты че там свою булочку потёр? Он меня еще обнимает, блин. Все, говорю, бухаем дальше. У меня уже вообще все шатается, весь экран. Зай, пошли в комнатку. Пойдем, там есть стол, я тебе сейчас порежу. Достал нож, речь. Какой-то опасный у меня. У тебя? Ну, дай.
Ебать его родина. Пойдем сюда. Ложись на стол сюда. Рядом с вот этой миной, понял, которая тут прикреплена. Тебе цветы хотят подарить. О, пойдем, тебе тоже, кстати. У меня уже есть, ты мне подарил. Так вот тебе еще хотят подарить. Это не мне, это тебе. Дальше пьем. Веди, иди сюда, у него для тебя тоже. Ипал, вообще мощный. Папа Санчик, спасибо тебе. Все, мне уже хватит пить. Что-то много, у меня экран уже шатается. Я скоро уже писаю, бля. В натуре надо куда-то зайти. Так, давайте возьмем у него цветочки. Протяну руку немного вперед. Вперед. Взял цветы из рук парня напротив. Речь дерьмо. Кстати, знаешь, что у меня... О, у меня еще цветочки есть. У меня есть... Так. Другое. Фотоаппарат использовать. Давай, штуки три. Так. Все. В этот знаменательный день я буду фотографировать, знаешь что? Свои очки, кепку и всех вас. Напиши, как передать цветы, там, флоуэр, как-то. Все, отлично. А я кого-то стрельнул, да? На вот этой вот прекрасной ноте я хотел бы закончить эту серию. С вами был Джеймс, точнее не Джеймс, а Дима Грозный уже, Вика Грозная, Стивен Хилл, Вильям Джонсон и сервер Калифорния Ролеплей, 105-я серия, дебил не бей меня, сейчас умру. И... Кстати, ребят, еще в описании есть такая вот ссылочка там на вопрос. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете просто нажать на ссылку и задать любой интересующий вас вопрос. И выйдет видео, когда наберется какое-то количество вопросов, и я буду на них отвечать. И еще что я хочу сказать. Там прошу прощения у Пуля Харриса за то, что я тогда его оскорбил на видео. Честно, не хотел, но так уж получилось. Прощен. Ну, не со зла я хотел на тебя обозваться, честно. Ну просто вынудило. В общем... Что ты хотел сказать? Всем пока хотел сказать. А не-не-не, ты не угадал ни одного слова в этой букве. Adios, amigos. Вот сука. Уволен, все, ты больше не моя жена.